Cześć. Dzisiaj 50. ostatni odcinek w ramach projektu Zakuliska i Teatralni Przyjaciele. 49 odcinków wygłupialiśmy się, wymyślaliśmy wszystko, co można by zrobić w warunkach domowych. Zadaniem projektu, celem jego projektu było to, nie to, żeby stworzyć jakby prawdziwy teatr w warunkach domowych, ale stworzyć coś podobnego do teatru. Czyli konkretniej pobudzić Was, drodzy widzowie, do działania. Pokazywaliśmy luźne, swobodne formy, spotkania z widzami, spotkania z naszymi przyjaciółmi, śpiewaliśmy piosenki, żartowaliśmy, podróżowaliśmy i staraliśmy się wykorzystywać to, co było w naszym domu, to, co było w naszych archiwach z podróży, dlatego, żeby Was zainspirować do własnych działań. Tak naprawdę wydaje nam się, że teatr w przestrzeni wirtualnej nie za bardzo ma sens, a raczej ma sens tylko wtedy, gdy jest w nim żywy kontakt. A żywy kontakt, drodzy kochani widzowie, możecie zapewnić tylko Wy. Na przykład rodzice, starsi ludzie, Wy, którzy znajdujecie się w domach ze swoimi bliskimi, z którymi to Wy znajdujecie się w żywym kontakcie. I wtedy na przykład przy pomocy bardzo prostych rzeczy, jak choćby kartonu. Bierzecie kawałek kartonu, na pewno jakiś w Waszym domu się znajduje. Wycinacie choinkę, przyozdabiacie ją trochę zwykłymi farbkami plakatowymi. Możecie nawet szpilkę, wykałaczkę albo szpilkę przyczepić do dna, żeby się choinka nie przewracała. Możecie na przykład wziąć tak jak my. Możecie wziąć watę albo inną tkaninę, albo na przykład, jeśli nie macie takiego miękkiego materiału, to jeszcze bardziej można rozważyć. Możecie wziąć na przykład proste, zwyczajne prześcieradło białe, albo poduszkę, albo cokolwiek innego. I powoli przybliżamy się takim sposobem do tego, że mamy atmosferę zimową. Atmosfera zimowa, choinki, śnieg. Po świętach zostały pierniki, bo na pewno wszystkich nie zjedliście. Pozostaje tylko historia. A kto nas jest specjalistą od historii? Dominik. Dominik, ну что ты тут опять болтаешь? Так, так, как всегда, все понятно. Ты уже тут, наверное, все рассказал, да? Не всё. Не все? Ну ладно, хорошо. Самую вишенку на торте заставим właśnie тобе за кулиска. Ну вот это вишенка. Ничего себе. Да ладно, все, я уже все придумала. Давай. Ты мне будешь помогать, а я расскажу нашу историю. Договорились? Так, история о пригодах пряника. Пряника. Ну вот, сегодня мы расскажем нашу маленькую предновогоднюю историю. Ты готов, Доминик? Готов. Будешь мне помогать? Да. Очень хорошо. Почему ты на русском говоришь? Чтобы было попроще переводить. Ну хорошо, пусть на русском будешь говорить. Представьте себе предновогодний лес.
У нас с вами есть снег. Лес. А лес у нас где? Лес есть? Есть. Давай. Лес у нас прекрасный. Ой, какой лес. Шумит еще чего-то. Но лес у нас был необычный. А самый, что ни на есть... самый, что ни на есть... Ой, так он в цвет моих штанишек. Да он самый, что ни на есть, шотландский. Как здорово! Какой шотландский лес! Так вот, значит, я шотландский лесной волшебник. Волшебник-гном. Итак, перед Новым годом шотландский волшебный лесной гном решил приготовить подарок для шотландского Дедушки Мороза. И сделал своего нового, новоиспеченного друга. Он его так взял и новоиспек. Пых! Что-то вот ему не хватает этому новоиспеченному другу. Он расписал его очень красиво. И сразу персонажик зажил своей жизнью. Прекрасно! Гном решил, что это будет замечательнейший подарочек для Дедушки Мороза, но оказалось, не тут-то было. Дедушка Мороз давным-давно уже поехал поздравлять других ребят, а на подарочек для себя у него уже совсем не осталось времени, на то, чтобы его получить. И получилось так, что Дедушка Мороз остался без подарка, а пряник... остался без своего нового хозяина. Так, и что же с этим всем делать? Ой, надо пойти подумать. Так, пойду подумаю. А пряник тем временем решил, что ждать нечего, и отправился в путешествие. Вокруг него плясали шотландские елки, плясали они какие-то свои шотландские танцы, талантливо плясали. А плясали почему? Потому что шотландский лес заканчивался. Пряничка мой дорогой, ты где? Пря. Он понял. Кажется, он решил пойти найти того, кому он будет полезен. А я только-только хотела ему сказать, что он такой красивый, такой интересный. Вот здесь, например, у нас в Шотландии прянички выглядят совсем не так. Шотландский пряник Паркин. Изготавливается из овсяной муки и черной патоки. Эта удивительная структура напоминает нежный кекс, а по вкусу пряник. Похоже одновременно и на кекс, и на ковришку. Название пошло от уменьшительно-ласкательного Петр. Да, наш пряничек уплыл. И уплыл совсем на другой континент. Его кораблик пришвартовался у берегов снежной Германии. Снежного германского леса. Кисуай, а он то есть припоминает, не? А что припоминает? Ну, по-моему, да. Это просто костюм.
костюмчики традиционные немецкие. Ну, але оно что-то припоминаю. Ну что? Пирника. Лебкухен немецкий. Как ты сказал? Лебкухен. Лебкухен. А, ну тогда о нем поподробнее. В основу лебкухена входит сироп из меда и сахара. В отличие от других немецких рождественских сладостей, в них много орехов и совсем немного муки, или ее может и вовсе не быть. Зато очень много мелко помолотых орехов миндаля или фундука. Нюрнбергские лебкухены – это плоские лепешки, в основном круглой формы, покрытые шоколадом, также белой глазурью или не покрытые ничем. Также лебкухены очень часто выполняются в виде сердец, на которых к Рождеству пишут любовные пожелания или пожелания всего самого-самого наилучшего в новом году. Эх, и тут наш пряничек понял, что и здесь, в Германии, он никому не нужен, потому что здесь своих хватает. Как ты там сказал? Лебкухенов, да? Угу. Ну и отправился он дальше. А дальше у нас что было? Ну, конечно же, это была наша любимая страна Польша. И вот наш маленький друг уже почувствовал себя своим в прекрасной Польше. Он пустился в пляс, национальный танец оберег. Они кружились, радовались, и он почувствовал, что да, 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 именно здесь, в этой стране, он будет кому-то нужен. А может быть, здесь даже есть какой-то польский Дедушка Мороз, которому он сможет стать подарком. Ой, это кто еще? Ну, Святый Миколай. Святый Миколай. А, это тот самый польский Дедушка Мороз. Да, ну... Но только ты как-то на него не очень похож. Закулиска, ты... Ой. Шапки еще роняешь здесь. Неважно. Не будет, ты не настоящий Дедушка Мороз. Помощь. Не что сделать? А, не перешкаджай мне. Мы тут себе даем рады с перником. Так, то есть мне уйти, да? Кш-кш-кш. То есть вот так вот, да? Кш-кш-кш. Ну ладно, ладно, кш-кш-кш. Я тебе еще это припомню. Ха! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ну что за чапка? Добро, без чапки. День добрый, дорогий пернику! Витаем тебя в Польске, столице святого... Пірніка. У нас є дуже багато гатунків і родзаїв
Пірніка. А за столицей нашего, нашим краю, столицей Пірніка, уважаще Торунь. С Торунем зв'язана єсть легенда єднего з пірніков. Певін торунський цукерник захоровав, а до свят був уж зпевне невеле часу. Цукерник попросив свою цурку Касю, щоб помогла йому в випіканню пірніков. Часто, на щастя, було готове. Кася віддяла, як ще робив пірніки, і шукала форемки, яких, нестети, не могла знайти. Без форемок ніяк не можна було зробити традиційних торунських пірніков. Але наша Кася була дуже швидкою дівчинкою. Взяла свій медальйон, витягла в честі 6 кулек, уложила на таці і таким способом випекла. Але понівеж кулка були збит близько себе, то частка злепилася. Кася мислила, що кінець. Жодним способом не помогла своєму таті. Але тата, захвицений тим, що ще стало, використав пірніки і назвав її в честь своєї цурки Катажинками. Видиш, пірніку, з пірніками в Польщі все в порядку. Таких історій, як історії з пірніким Катажинком, маємо тисячі. А в ogóle, вєш що, ну, так направду ще трохи спізнилась, бо в Польщі є вже по святах і єсть по просту неактуальний. Не, ой, не... Пірніку, не ображайся. Завше будеш милим гостем в Польщі. Але вєм, де єсть потрібніший бардій, де бардій ті потребують. Хоч, заберу ті до Росії. В Росії ще не було Нового року, не було свят. Ти як раз будеш в відповідному моменті, в відповідному часі. Там ті потребують, власне зараз. Хочемо швидко. А там, в обычной российской квартире, у окошка, перед самым-самым Новым годом, сидела маленькая девочка. Скучала. Уже совсем скоро Новый год, а ей так грустно, потому что у нее совсем нет друзей. Она так ждала чуда, и чудо пришло. Ой, это же Дедушка Мороз! Так! Дедушка Мороз, а ты принес мне подарки? Очевидно! Принес вам тебе найправдивший на свете перник! Перник? Перник! А, это настоящий тульский пряник? Не, не тульский! А, это настоящий вяземский пряник? Не, не вяземский! А, это архангельская козуля? Не, теж не козуля! То найправдивший пряничный человечек! Пирниковый людик! Как же я рада! Спасибо тебе, Дедушка Мороз! Теперь у меня есть... новоиспеченный друг. Теперь можно праздновать Новый год! Ура! Весёлых свят! Счастливого Нового года, Ира!